Сегодня у нас воскресенье. Погода так себе. В общем, дождик периодически и на градуснике вот 11-12 градусов тепла. Сережа, кстати, наконец-то делает ручки. Купили их в прошлом году. Вот такие. Винтажные. Угу, винтажные, да. Ну а что, нормальные ручки? Вот, у нас тут целый пакет их. Вот такие упаковочки. Ну, на все двери рассчитаны. Нравится, Дань? Нормально. Нормально, да. О, а удобно? Они закрываются? Нормально, удобно. Поднялись наверх. Сейчас тоже тут видео прикрутим. Эти ручки. Маша дрыхнет. Дрыхнет, уже 3 дня дрыхнет. Маш, ты что дрыхнешь? Не просыпается. Хочу лежать. Вставай. Я уже встал давно. Ну, понятно, что встал, но ты же периодически ложишься все время. Вставай, говорю тебе. Мать, вот тут дырки нету. Где? Тут дырочка есть. Угу. Тут дырочки нету. Надо выдавить. Китайцы дырку не делали. Вот. Спит и спит все время. Подростки, они такие странные. А что-то вы тут делаете? А? Плюшками балуемся. Мое. На место положил. Мое. Что вы тут делаете? А что это вы тут делаете, а? А что вы тут делаете? Фильм-то уже закончился, что вы делаете, а? Маш, признавайся, где браслет? Мне его сейчас забыли. О, вообще я нашел. Даня, не надо вставать на эту табуретку, она не... Это там не твое, ты даже знаешь, что это такое, уже лезешь. А что это, я хочу посмотреть. Нет, это лампочки выкручивать не надо, Данюш, пускай лежит. Черная? Да. А, ну ладно. А ты что думал это? Не знаю. Игрушки. Это фонарик, вы меня обманули. Нет, это выкручивать лампочки, я тебе говорю, вкручивать и выкручивать, чтобы горячими их не держать. Азия. А я не знаю, где Азия находится. Вот Непал. Но Монголия. Не Монголия. Непал, а вот. Монголия. Монголия. А здесь правильно. Монголия. Монголия, не спорьте, я физик, кто тут установил? Вообще-то географ делал. Хорошо, географ. Брукман. Бруней. Где Бруней? А нет такой страны? В смысле? Вот это написано. Бруней. Да, Бруней. Ага. Так. Бутан. Вообще прикольно, Бутан. Бутаны. Патиссончик. Лаос. А где? Вот. Ливия. Ливан. Сирия. Вот Сирия. Где Сирия? А, зеленая? А что они там все зеленые? У них там леса, да, зеленые? Нет, это просто, тут не показан рельеф. Это не карта географическая рельефа, а просто мира. Где Тувалу? Простите. Где Тувалу? Тувалу. Где есть? Не найдешь. Написано Австралия, Океания. Это вот. Не найду Тувалу?
Твал. Вот, нашел. Нет, это Австралия. Это должно быть какой-то остров. Ну, это Валю потеряли. Мы теряем Валю. Чили, где Чили? Где любовь острая? Чили. Подожди, Греция. А почему у Месси вот такая так же кожа? Сине-белая и так, ну, такая, поперёк. Что? Месси из Греции. Так, тебя найду. Я такой найду. Подожди, он из Барселоны же, да? Да, из Барселоны. Месси из Барселоны. Белоруссия. Албания. А где Россия? Вот Албания. А что, где Россия? Ну где ты ее ищешь-то? На Северном полюсе? На Южном? А где? А вот! А нет, это Лукс. Это... На карте-то покажи Россию. Люксем. Дань, на карте-то Россию покажи. Вот. А, ну я думала, ты на карте не знаешь, где Россия. А, нет. Он не то показал, как Китай. Я тут, вот, да. Ну, подожди, где тут-то? Вот! Российская Федерация. У нас прям вот Российская Федерация написали. Russian Federation? Украина, вот. Короче, Европа. Ладно. Она, наверное, маленькая по цифрам. В общем, разбираются они, где что находится. Какой ты сказал, Сан-Марино? Да. Сан-Марино, номер 15. Номер 15, это у нас так, 13. 14, вот. 15 тут где-то. Номер 15. Я что-то не вижу. В общем, Сережа, вот такие круги наделал здесь вообще. Ну-ка, покажи, как ты делал. Ну, вот так берешь. Да. Классно. Ну, вот, в общем, он делает вот такие вот... Под ручку можно, да, я открою дверь, пожалуйста? Ого. Ровная? Дань, посмотри сюда. Ку-ку. Ну вот, что-то такое получилось, а то он хочет поставить ручку. Так, можно дать мне посмотреть? Я шумлю. Дань, я ручку показываю. А? Нормально будет? Смотри. Нормально будет ходить? Ну, сюда давай. Смотри. Тяжело. Ну, нормально. Смотри, кажется, сука. Сережа сделал, значит, здесь дырку. Потом он стесал немножко двери, ну вот деревяшки, для того, чтобы вот было сейчас видно, для того, чтобы вот это вот, как она называется, личинка, не знаю, ну, в общем, чтобы она была вровень с дверью, не выпирала. И в это углубление, которое он стесал, вот сейчас он ее установил и прикручивает. Нормально подошла такая, да? Окей, давай вторая. Даня помогает. Мама командует. Да, я снимаю. Что получилось? Вот, так, ну что? Чудо как у меня. Можно все. Вот. Пока что получается... Вот так вот. Получается такая шляпа. Шляпа? Мы шляпу не делаем. Шляпу не делаем? Да. Ой, чья-то голова тут. Папин. О, работает? Работает. Прикинь, мам, работает. Да, поворачивается, все закрывается. А как тут будет закрываться? Кнопочкой? Да, кнопка нажал, все. Закрыто. Кнопку нажал. Нажми кнопку. А. Вертеться будет. Короче. Ну-ка, дайте мне. Подходи. Попробуй, нет, получится. Давай. Так, ну вот что получилось. В общем, Сережа полностью поставил ручку. Что получается? Если мы нажимаем тут кнопочку, то с этой стороны мы открыть не можем. А если мы хотим открыться... Мы просто поворачиваем ручку. Так, дай, смотри. Получается, раз. Мы открыться тут не можем. Да. А если вот так? Все. А? Да. Вот, а теперь Сережа сделал дырку еще вот там наверху.
и будет проводку делать. Временную. Временную? Потому что нет ничего. Можешь вот здесь попробовать. А будет вот в этот короб она заходить или в другой? Да, в этот еще не решил. Вот, в общем, пока он кинет провод так. Делает вот это нам какой-нибудь цвет там. И все. Дверь у нас отлично закрывается. И ключики, которыми открывается, мы вот здесь привесили сбоку. Так, ну вот Сережа убрал в короб провод. И вот так он туда заходит, в черновую. Там висит провод, просто не сделан, в принципе, никак. В самой душевой. Он пока что висит вот так вот. И, в общем, когда в следующий раз у него будут нужны ему какие-то распаечные коробки, все, то он уже здесь делает разводку. Мы заодно еще купим светильник какой-то и сделаем здесь, проведем свет, как нам надо. Так, мы собрались и выходим. Время у нас сейчас, посмотрим, сколько. Время 10:30. Да, 10:30? Да, вроде 10:30. На улице, кстати, холодно. Завтра хотя обещают, что будет уже тепло. 10-11 градусов.